Всем привет! Наконец-то я рада начинать серию влогов. Я вернулась со своего отпуска, и вот как это было. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shining every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Твои впечатления за это все время? Сейчас я нахожусь в Киеве и не обыгде, я нахожусь на Video People. Это фестиваль блогеров, который проводится у нас ежегодно. Здесь мы учимся снимать годный контент, ну, в общем, всякие технические, да и какие-то психологические наставления от гуру Ютуба. И сегодня первый раз я использую свою селфи-палку, нацепила на себя микрофон, чтобы вам было хорошо слышно. В общем, сегодня я во всеоружии, чтобы начать серию влогов, во всяком случае, себя психологически настраиваю, потому что вы меня просите, я это вижу, я извиняюсь, что не могу преодолеть свои комплексы, начать снимать на людях. Мне до сих пор неловко. Мне кажется, что все на меня смотрят, но это не так, мы это знаем. Нам подарили тут такие классные очки, и я уже не хочу щуриться на камеру, потому что лицо мое выглядит не очень. Вот так, по-моему, лучше. Ну что, поехали посмотрим, что здесь у нас происходит-то. Вот все, собственно, и закончилось. Я решила прогуляться сама одна вдоль набережной. Не знаю, почему-то мне захотелось уединиться. В этом году было очень мало русских блогеров. Вот, ребят, мы за вами скучаем. Давайте вот так вот надо сказать, потому что это серьезные вещи. Так вот, нам вас очень не хватает. Вернитесь в семью, давайте делать контент вместе. Весь фестиваль у меня определенно было такое чувство, что я смотрю какие-то фоточки в ленте ВКонтакте. И не потому, что в Украине его отключили, я за ним скучаю. Просто у девочек такие образы, вот реально, как будто с фоток Инстаграма. Вот эти вот обтягивающие черные штаны, белые кроссовки, все одинаковые, я не знаю. Если раньше были какие-то особенности, ну, типа, как минимум, субкультура, например, там, готы какие-то, панки, какие-то все девочки в розовом, такие конфетки ходили, то сейчас все одинаковые. Такие немножко фитоняшки в кроссовочках, кушают там хумус. Там, кстати, раздавали хумус. Такие в круглых очочках, фоткаются много. Их как-то объединить в отдельную касту, что ли, или отдельную субкультуру, как вы думаете. В общем, я их теперь вижу повсюду, вот такой вот стиль. И реально даже не знаю, как объединить их каким-то одним определением. Если у вас есть предложение, обязательно пишите в комментариях, как бы вы назвали стиль тех девушек, которые одеваются как ВКонтакте. Сегодня мы собрались на шашлыки, но погода не удалась, у нас сегодня дождь, но мы с хорошим настроением. Мне припахали вести сумку дров, мешок. В общем, все по гламуру. Юля. Раб. Еще один раб. У нас в компании 4 мужика, да? Да, мы 4 мужика, и мы вот тащим дрова. Я сейчас кому-то как потащу. Что, у вас пользы никакой, друг? Чего это никакой? Мы несем вообще-то. Ну вот хотя бы что-то. Ну что себе что-то, ты будешь готовить сейчас на шашлыки.
Понятно? А типа ты будешь. А кто? Конечно! В новые все купленные. Мне нравится. Такие щеки какие-то. Красивый ракурс. В итоге справедливость вас торжествовала. Кто-то забрал все наши сумки. Манипуляция мужчинами. Это должен быть наш конек. Которая здесь у нас. На самом деле это все мои родственники, это мой брат, и это мой палец. Вот он. Это мой брат двоюродный, это мой брат родной, это моя двоюродная сестра. Это Серёга, это парень моей сестры. В общем, как видите, друзей у меня так не появилось. Мы взяли 3 сорта шашлыка. Давай вот это попробуем. Может, подержи где-то так вот, или я буду брать. Тут красное барбекю. Да. И еще одно где-то там со специями вот. Да, может, туда мы брали вот в новости, вот. Он уже проверенный, классное мясо. Видите, оно без жира, без ничего. Мужчина у нас занимается этим всем. Это же видеоблог, что ли? Иди пенять, она мне зарабатывает. Я на тебя в суд подам. Я тебя не снимаю. Я только снимаю твою ногу и все. Нога тоже стоит денег. Нога тоже стоит денег. Каких это денег? Там присутствует видео мой голос. Это кеды специально для шашлыка. Там нет такого мой голос. У тебя как будто руки в крови, реально. Причем это человек, который с образованием медика. Забавно, не правда ли? О, куда? Дай 5 минут. Алло, достань мясо.